Существует такая легенда о магазине игрушек, которые оживают и превращаются в кровожадных монстров. Шучу! Ну какой из тебя монстр? Добро пожаловать в мой магазин. А что это такое? Это особенные фарфоровые игрушки. А что в них такого особенного? Просыпайся, народ! Весь день в одной позе, у меня половина тела затекла. Вторая половина тоже! Доброе утро! Привет! Меня зовут Натан! А вы когда-нибудь выходили из магазина? После вас! Как же здесь красиво! У нас гости! Взять их! Будь осторожен! Я должен спасти ее! Ох, идиоты! Не могут поймать фарфоровую фигурку! Привести их ко мне! Я не знаю, чем закончится наше приключение, но я рад, что оно началось! Ты когда-нибудь видел такое?